Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Ленивый огород». Сегодня я расскажу все о выращивании кабачков. Для начала нам нужно вырастить рассаду. Я покажу два способа посадки рассады. Берем пакет, укладываем на него туалетную бумагу, смачиваем водой. Поверху раскладываем семена кабачков. По нижней кромке пакета и по верхней кромке закрываем туалетной бумагой. И также смачиваем водой. Сворачиваем в рулончик. Ставим стаканчик и наливаем воду. Вот через 2 недели у нас уже такая рассада. Можно ее сразу высаживать в грунт, можно распикировать в стаканчике. На дно стаканчика насыпаем грунт. Ставим сеянец, поливаем и сверху присыпаем плодородным грунтом. Мульчируем кокосовым грунтом. Для второго способа нам понадобится кокосовый грунт, стаканчики для рассады. Заливаем кокосовый грунт горячей водой. Ждем, пока набухнет. Накладываем кокосовый грунт в стаканчики. Семена кабачка заливаем перекисью водорода минут на 5-10 для размягчения семечки, что ускорит схожесть. Сеем семечки. Сверху присыпаем грунтом. И накрываем пленкой. Через 2 недели рассада у нас готова к высадке. Перед посадкой я грунт вскопал,
проливаю горячей водой. Разгребаем грунт сверху. Посадочную яму я не делаю, потому что грунт еще недостаточно теплый. Делаю поверхностную посадку. Сверху на лунку ставим рассаду. Присыпаем плодородным грунтом со всех сторон, чтобы полностью закрыть корни до семидольных листьев. Хорошенько поливаем вокруг, чтобы корни расправились и пошли вниз. Как вода впиталась, присыпаем грунтом плодородным, чтобы не было почвенной корки. Теперь мульчируем толстым слоем. Прошла неделя, кабачки приняли все нормально. Первые 3-5 плодов мы убираем. Просто выламываем и все. Это позволит лучше прикорениться растению, что в будущем даст лучший урожай. И теперь будем подкармливать. Для подкормки я беру золу, стакан золы растворяю в горячей воде. И выливаю в лейку. Лейку доверху наполняю водой. И поливаю по 1 литру на куст. Предварительно растение поливаю. Вот так наши кабачки выглядят еще через неделю. Чтобы поддержать кусты, мы также сделаем подкормку. Также стакан золы мы растворяем в горячей воде. И добавляем еще 2 литра настоя сброженной травы. Наполняем лейку доверху
и поливаем из расчета 1 литр под куст. После подкормки тщательно поливаем водой. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Хороших вам урожаев. Удачи. Увидимся.